Сеянцы Туикова на видной двухлетке. Сегодня у нас на обзор туи колоновидной двухлетка. В сайте у нас идет по факту размер его 10 сантиметров, то есть, ну, смотрим. Если взять, вот берем, например, один саженец, ну, сильно мелкие мы не посылаем, конечно. Ну вот в среднем они 12 сантиметров. Но и не забывайте, что им еще расти месяц. Обзор снимается сегодня, август у нас. Туя колоновидная. Внизу будет ссылка на карточку товара этого. Там можете ознакомиться с ним более подробно. Там есть фотографии. То есть туя колоновидная, заказ, минимальная партия 100 штук. На сайте там цена есть, все, что нужно для нее, в принципе, там есть. Сеянцы хорошие, добротные. Ну, я как говорил, в районе 12 сантиметров, есть повыше. Через месяц, я думаю, она будет побольше. Размер считается от первого корня. То есть вот стволики, видите, какие у них. Что это не однолетка, я могу показать вам. Сейчас однолетку пойдемте посмотрим. Однолетка совершенно другая. Это двухлетний сеянец. Вот у нас однолетка. Однолетка, видите, какая она. В прошлом году такая же была, 4 сантиметра. Поэтому вопросы по поводу, вы мне прислали за место двухлетки однолетку, я думаю, отпадает. Все прекрасно видят, что и какая она из себя однолетка и какая вы видели двухлетка. Уважаемые друзья, это туя западная, колоновидная. Западная туя, она выдерживает морозы до -45. При хорошем приживании. Естественно, первый год вам нужно будет помучиться, поухаживать за ним. Трехлетка, она уже становится очень хорошей саженцем и уже крупным довольно-таки. Можно рассаживать на изгородь, можно рассаживать в одиночные посадки. Уже кто как хочет. То, что она колоновидная, вы можете видеть. Видите, она идет стволиком. Даже брабант, если двухлетка, он очень разляпистый. А это идет стволиком и довольно-таки нормально. Если вы заказываете сеянцы, будьте готовы ухаживать за ними. И я думаю, что я растил их 2 года. Не просто так.